Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня, мы на сервачке Aneolithis Roleplay. Итак, чуваки, этот сервер еще не открылся, но уже в эту субботу он откроется в 13:00. Поэтому ссылку я оставлю в описании, чуваки. Сервер реально прикольный. Будет первое открытие. Здесь уже стоят елочки. И если у вас нету снега еще, как у меня, допустим, в реальной жизни, то здесь он у вас есть. И это реально очень круто. Атмосфера очень даже новогодняя, пацаны. Поэтому обязательно заходите. Я тоже зайду на открытие. Возможно, буду стримить. Поэтому буду вас ждать. Также на сервере есть такая тема, как подарки. Их всего будет 30 штук. Вот один из них. И нам дается 50 тысяч, чуваки. Всего 30 подарков, я думаю, будет интересно пособирать перед Новым годом все-таки вот такие вот подарочки. Я уже вот даже нашел второй подарочек, поэтому... Так, что мне там написало? Вы подобрали подарок номер 29. 25 кредитов, пацаны, это реально круто. Это реально топчик. Также для вас, моих подписчиков, будет небольшой такой подарочек от меня. Вот такой вот промокод Кирилл Гейм, вам дадут 500 доната. Поэтому вводите, когда сервак откроется, вам подарочек такой от меня, в принципе. Вот, видите, мне дало 500 кредитов. Поэтому все работает, все для вас, пацаны. Давайте я вам покажу как раз немножко подарочка. Вот еще один подарочек. 100 тысяч, пацаны, 100 тысяч. Это вообще просто топ. Сервер, на сервере будет бонус, но он будет, как бы потом его уберут, если что. Я так думаю. Бонус 5 миллионов, в принципе. Вот еще подарочек. Еще 100 тысяч, пацаны. Просто можно подняться на изи. Вот подарочки вообще легко находятся, на самом деле. Я уже не знаю, сколько, 5 нашел. Вот еще 100 тысяч. Ну реально, очень круто, атмосферно, особенно этот снег. Мне очень нравится. Вот везде елочки стоят. Реально очень круто. Просто очень круто все это выглядит. Елочки, сцена. Реально, блин. Атмосфера прям очень классная. Прям очень. Также здесь уникальная система бизнеса. Возможно, будет иметь 3 автомобиля. Всего здесь, пацаны, 14 организаций. На открытии вас, если что, будет ждать очень опытная администрация, поэтому все будет четенько. За всем будут следить. И вас... Вам, короче, помогут. Вам реально помогут, если вы чего-то не поймете. Но думаю, все легко и просто, в принципе. Подарочков я уже сколько собрал? 26 номер. Ну, видите, они по номеру идут. Я ж не знаю, как они именно идут по номеру, поэтому я собираю так подряд. Что же я вам могу сказать, чуваки? Ждите открытия, потому что сервак реально годный. Реально годный. Я думаю, на нем стоит все-таки поиграть. IP я оставлю в описании. Группу тоже. Следите за группой. Там будет, в принципе, все написано. Когда что. Но в субботу в 13:00. Если что, открытие будет. Я тоже, конечно же, зайду. Посмотрю, сколько здесь вас будет. Поиграю, сам еще подарочки пособираю. Возможно, остальные. И думаю, будет вообще заебись. А на этом я с вами, в принципе, прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Заходите на сервак, повторю, все ссылки будут в описании. Открытие в субботу в 13:00, в эту субботу, 30 числа. Поэтому заходите, я тоже зайду, повторюсь. И будем с вами играть вместе. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.